на канале 4D, 4 девочки. О, Настя, привет. Входи, давай сидим. Нет, Милана, это для видео, для салата. Да салат, входи, что тебе такое? Ладно, два по штучке съедим. Давай. Что, еще по кусочку? Ну, давай по последнему. Настя, что же мы наделали? Ладно, мы съели все сухари, что делать? Ладно, не плачь, у меня еще есть одна пачка сухарей. А что же мы с тобой, Настя, сегодня будем готовить? Мы будем готовить салат из сухарей и всего остального. А готовить, Милана, мы будем с тобой сегодня втроем. Нам поможет хитрый лис. Итак, для этого нам нужно сухари, вареные яйца, вареная курица, кукуруза и сыр. Как всегда, сварить, почистить, порезать и смешать. Ну что, погнали? Итак, мы все почистили, порезали. Теперь нам надо в миску вывалить курицу, яйца, кукурузу и посыпать все сыром. Кукуруза. Теперь все перемешаем, а потом сверху посыпаем сыром. Сейчас аккуратно посыпаем сверху сыром и выкладываем сухарики. Сейчас мы выкладываем сухарики, перемешиваем и заправим все майонезом или сметаной, кто как любит. Перемешиваем. Наш салатик готов. Пожелайте мне приятного аппетита. Я начинаю хрустеть. Как вкусно. Я в первый раз пробую салат с сухариками. Вкус необычный такой. Но вы были на канале 4D, 4 девочки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока-пока!